Шею обязательно нужно тренировать, чтобы вот так вот, да, не поворачиваться, не поворачиваться. Нужно обращать даже не столько вот лицо, сколько шея, потому что шея, руки очень сильно выдают возраст женщины. И опускаем вниз, возвращаем шею назад, затылком упираемся как будто в стену, приподнимаем подбородок, вот здесь у нас бриллиант, и вытягиваем себя наверх. Такое впечатление, что нас вытянули наверх. Прям в разные стороны начинаем давить. Чувствуем, как хлынула кровь сейчас в это место. Пошло кровообращение, меньше спазмов будет, меньше зажимов. Это очень также полезно для здоровья, не только для эстетики, но для здоровья. Еще давайте чуть подержим. Вы кладете руку на лоб и толкаете руку головой. И вот эти вот мышцы, они очень сильно укрепляются. Давим. Качаем наш. Взяли руки в замок позади себя. Раскрыли плечи. Натянули их вниз. Приподняли руки. Девочки, вот так поднимать не нужно. Плечи должны быть раскрыты. И поднимаем руки, насколько это возможно, но спину держим прямо. Голову затылком растем. Стоим. Дышим. И в таком положении мы пытаемся остаться. Давайте побьем себя по подбородку. То есть вот она идет. Раз, 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 раз. Причем бьем, начиная отсюда. Переходим в середину. И в другую сторону. Начинаем бить. Поехали. Убираем. И теперь просто стучим. Пускай уменьшается.